В Армавире состоялся фестиваль джазовой музыки «Армавир Джаз», посвященный творчеству Рамиса Шахвердиева, заслуженного артиста Азербайджана, дирижера оркестра «Армавир Бенд». Он проводится в нашем городе во второй раз. На волне прошлого успеха организаторы решили сделать фестиваль ежегодным. Он занял свою позицию высокую на краевом уровне, где был отмечен краевыми призами и участвовал в краевом конкурсе. Сегодня к джазу отдельное отношение, и приятно, что жители нашего города очень внимательно подходят к этому мероприятию. Они, соответственно, одеваются, соответственно, приходят с соответственным настроением и, конечно же, получают массу удовольствия. Участниками фестиваля стали 6 джазовых коллективов, 2 армавирских и 4 гостя из Ростова-на-Дону, Краснодара и соседних районов. Это профессиональные исполнители, которые уже заслужили признание любителей джаза. Зрители оценили великолепную живую музыку и уютную атмосферу, которая царила на фестивале. Организаторы постарались создать на фестивале приятную обстановку, которая располагала к культурному отдыху. В тени деревьев были организованы тематические лаунж-зоны, работали фотозоны и выставка ретро-автомобилей. Все желающие могли попробовать продукцию местных производителей. Огромный интерес вызвало выступление специального гостя – биг-бенда Георгия Гороняна. Краевой профессиональный коллектив, джазовый коллектив Гороняна. И сегодня они привезли к нам большую программу обширную, которую подарят для наших жителей. Это, ну, наверное, такой, так скажем, самый главный гость, который и должен завершить нашу программу ярко, на высокой ноте. Приятный вечер в компании любителей джазовой музыки принес удовольствие и участникам, и зрителям фестиваля. На память об этом событии исполнители получили подарки с символикой «Армавир Джаз». Влада Волошина, Евгений Холманских, служба информации телерадиокомпании «Вита», Армавир.